Добрый день. С учетом обновления спортивного инвентаря в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» мы решили старые наши спортивные снаряды не продать в Авито, а отдать секции, которые в этом нуждаются. Поэтому сейчас мы отправляем груз спортивный в Рязанскую область, к клубу «Русичи Бусидо». Его возглавляет Ярбишин Сергей Владимирович. В свое время, 10 лет назад, он участвовал в подготовке, в моей подготовке, как бойца рукопашного боя. Поэтому сейчас я хотел вам показать, что мы им передаем. Это у нас получается ковер. Мы сняли его из-под ринга. Далее мы передаем макевары для ударов ног, часть баннеров, что позволит застелить вот этот ковер, поэтому секция, в принципе, с учетом этого ковра, может отрабатывать броски. Далее отдаем часть медицинболов. Вот этот специальный спортивный снаряд для пресса. Получается, у нас различные гантели, вот, утяжелители. Здесь у нас находятся вот такие вот спортивные вещи для отжиманий. Также передаем порядка 8 грифов и, соответственно, насадки на эти грифы. Отдаем 2 крепления под груши. Отдаем боксерский гонг, потому что мы приобрели новый. Часть бодибаров. Несколько сэндбэгов, лапы. Получается вот такая пневматическая груша, она растягивается. Передаем бесконтактный термометр для того, чтобы измеряли температуру. Также передаем настенную подушку для отработки. И передаем 2 боксерские груши. Стойка для гантелей. Несколько степ-платформ. Вершины, они предназначены как для занятия кроссфитом, так же, в принципе, и для единоборств. 2 сэндбэга и непосредственно мешки. Сюда помещается песок, и они вставляются уже по весу непосредственно в сам сэндбэг. Также передаем 3 крепления для крепления на стену. Это непосредственно станок для костяшки. Много спортивных ковриков. Надеюсь, этот инвентарь им понадобится, потому что у них спортивного инвентаря практически вообще нет. Поэтому, надеюсь, наше спортивное оборудование позволит воспитать чемпионов.